не сдавайтесь, ребят. Предпринимательство может быть страшным, жестким, непонятным. Это нормально. Не бойтесь. Если вы верите в себя, в свою идею, то начните что-то делать для этого. Не только говорите об этом, не только считайте какие-то цифры, а начинайте развивать и управлять. Занимайтесь тем, что вам близко, тем, что вам нравится. И даже если это будет приносить не так много дивидендов, как в других отраслях, самое главное, что это будет приносить удовлетворение от жизни. Дерзайте, не бойтесь терять деньги, не бойтесь терять людей. Это все опыт, который скажется только положительно на вашем будущем. Есть одна любимая фраза, с которой я уже много лет иду по жизни. Это фраза Эрнеста Хемингуэя. И даже не смей думать, что ты можешь не выдержать. Ничего не бойтесь, вперед, будьте предпринимателями и удачи вам!